Получить биометрические шенгенские визы белорусы смогут уже через месяц. Предварительная дата ввода в эксплуатацию практики снятия отпечатков пальцев при подаче документов – 23 июня этого года. Закономерное опасение, что введение подобной инициативы значительно усложнит жизнь как посольствам, так и всем желающим попасть в еврозону, похоже, так и останутся опасениями. Напомню, что в феврале в Минске, Гродно, Бресте и Гомеле заработали литовские визовые центры. И анализ первых месяцев работы этих консульских учреждений показал, что опыт оказался весьма успешным. Это и отсутствие очередей, и комфортные условия подачи документов, и возможность получить такие дополнительные услуги, как заполнение анкеты, оформление страховки и ксерокопирование. Подчеркну, что когда будут введены биометрические визы и раз в 5 лет придется сдавать отпечатки пальцев, эту процедуру также можно будет пройти в визовых центрах. Все заявители, начиная с 23 июня, должны будут лично обращаться или в посольство, или в визовый центр и сдать 10 отпечатков пальцев. Туристы, да, исключения не будет, исключение только для детей до 12 лет. Значит, все туристы обязаны будут посетить или посольство, или визовый центр, так как я сейчас, что все документы подает туристическая фирма, этой практики временно не будет.